Коллеги, приветствую вас. Меня зовут Юлия Куликова. Я эксперт по выкупу имущества с государственных торгов. Мы с вами находимся в удивительном месте, а точнее на удивительном земельном участке. Удивительный он по той простой причине, что в целом это самый обычный земельный участок 12 соток. Но когда его покупатель покупал, он покупал его неразмежеванно. Неразмежеванно, то есть у земельного участка нету границ. А к чему это привело, я вам сейчас покажу. Открываем ПКК и нажимаем «Мое местоположение». Стрелочки я вам показала, где расположена дорога и дом. Фактически вот этот вот дом, он находится на дороге. Ну, по крайней мере, по документам. Вот этот дом, он только частично заходит на земельный участок, где он построен, то есть там, где мы сейчас находимся. Теперь обратите внимание. Дорога. Дорога полностью прилегает к земельному участку, и она граничит полностью с вон тем домом с коричневой крышей. И мы находимся вот здесь, но по документам дом числится вот конкретно в этом месте. Теперь проходим немножко вперед. Здесь идет стройка. Участок полностью покатан. То есть его здесь разравнивали полностью, его срезали. Он был прям вот таким вот косогором. Теперь смотрим вот туда вниз. А вот здесь есть пустующий земельный участок. Здесь вот прям он максимально граничит земельным участком. Участок снят с кадастрового учета. И самое интересное, что его согласовать нельзя по той простой причине, что здесь именно реестровая ошибка, которую администрация не исправляет. То есть вот этот участок можно бы сделать прирезку, но только после того, как будет исправлена реестровая ошибка. Поэтому, покупая земельный участок, обязательно обращайте внимание на границы. Они должны быть размежеваны и соответствовать фактическим документам. И самое главное, в государственных торгах вы приобретаете только размежеванные земельные участки, которые стоят на кадастровом учете. То есть у вас не будет проблем ни с реестровыми ошибками, ни с наложением границ.